Австралиец Нед Дэвис осваивает первую в своей жизни профессию. В этом кафе на колесах в Аделаиде учится варить кофе и правильно обслуживать клиентов. Зарплату получает минимальную, но и цель не в том, чтобы сразу много заработать. Юноша страдает аутизмом. Такой недуг есть у 100 тысяч австралийцев, и многие не могут найти работу, поскольку им сложно учиться. Согласно статистике, у аутистов в 8 раз меньше шансов трудоустроиться, чем у здоровых людей. Это кафе в Аделаиде – часть проекта, который помогает больным аутизмом. Руководит программой Конор Пангала. Он считает, что люди с таким недугом способны хорошо работать в сфере услуг, где сейчас много вакансий. Сейчас наблюдается нехватка рабочей силы. Думаю, молодые люди с аутизмом обладают большим потенциалом, который могут использовать работодатели. Конор и сам страдает аутизмом, поэтому хорошо понимает проблемы подопечных. Им трудно не только учиться, но и общаться с окружающими. Я вижу, как они выбираются из своей скорлупы и тогда начинают сиять, как золото. Тем временем Дэвис мечтает когда-нибудь стать офисным служащим, ну а пока с удовольствием обслуживает покупателей. Все доходы от работы кафе идут на разные благотворительные проекты.